Обновленные наряды белорусских участников на Евровидении. Премьера состоялась во время второй индивидуальной репетиции на арене Виннерштадт-Халле. Платье Маймуны стало на несколько сантиметров короче. Стилистам пришлось уменьшить длину, чтобы скрипачка смогла свободнее передвигаться по сцене. Пиджак Юзари тоже пришлось немного ушить. Вокалист день за днем теряет килограммы. Ходим и в тренажерный зал, и в сауну, и прогулки каждый день, и как бы следим за своим здоровьем в первую очередь, конечно. Ну, я все-таки думаю, что, наверное, переживания сказываются больше, чем тренажерный зал. Вот все-таки мы немножко волнуемся и хотим, чтобы все прошло на уровне, и поэтому, наверное, все-таки мы немножко худеем. Белорусской делегации, как и остальным, выделили для прогона 40 минут. Артисты успели исполнить свою песню 4 раза, то есть продюсеры шоу предложили 4 варианта съемки номера «Юзари и Маймуды». Свои небольшие коррективы внесла и белорусский режиссер. По сути, уже сейчас известен финальный вариант представления «Time» от нашей страны на Евровидении. Каким оно будет, расскажем в панораме.